На вашем экране результаты четвертьфиналов на открытом чемпионате Франции по теннису. И начнем мы с мужчин. Британец Эдди Маррей вышел в полуфинал турнира Ролан-Гаррос с призовым фондом 36 миллионов евро. Первая ракетка мира Маррей в четвертьфинале обыграл 8-го номера турнира японца Кея Нисикори. Маррей 5 раз проиграл собственную подачу. Матч продолжался 2 часа 39 минут. В полуфинале Маррей встретится с третьей ракеткой швейцарцем Стеном Вавринкой. Сам же швейцарец Стен обыграл 7-ю ракетку турнира хорвата Марина Чилича 6-3, 6-3, 6-1. Вавринка лишь один раз проиграл собственную подачу. Этот матч продолжался на 1 час меньше, чем у Маррея. Испанец Рафаэль Надаль стал также полуфиналистом Ролан-Гаррос. Его соперник по четвертьфиналу, также испанец Буста, снялся с матча из-за травмы при счете 6-2, 2-0 в пользу Надаля. Напомню, Рафаэль побеждал на этом турнире аж 9 раз. А вот австриец Доминик Тим в 3 сетах выиграл у действующего победителя турнира Новака Джоковича. Для него эта победа над сербом стала первой в карьере. При том, что Джокович 2 недели назад в Риме сам обыграл Тима. Тим посеянный был под 6-м номером, а Джокович под 2-м. Встреча продолжалась чуть более 2 часов. Австриец в прошлом году также дошел до полуфинала Ролан-Гаррос, где в 3 сетах проиграл Джоковичу. Доминик Тим, разгромив Новака, сразится в полуфинале с Рафаэлем Надалем. Полуфиналы у мужчин пройдут 9 июня. У женщин в четвертьфинал вышла неугомонная Симона Халеп, посеянная по 3-м номерам на турнире. Румынка за 2 часа на корте сотворила чудо 3-6, 7-6, 6-0 и вырвала победу у Свитолиной. В полуфинале Симона сыграет с Каролиной Плишковой, которая переиграла Каролин Гарсию. Второй номер Плишкова держала победу над француженкой в 2 сетах 7-6, 6-4. Выход в полуфинал Ролан-Гаррос стал для чешки лучшим результатом за все время выступления на парижских кортах. Ранее на турнире она доходила лишь до 2-го круга. Елена Остапенко выбила Каролин Возняцки из четвертьфинала турнира 4-6, 6-2, 6-2, четырежды проиграв собственную подачу. 19-летняя Остапенко в полуфинале Ролан-Гаррос сыграет со швейцарской Тими Бачински, которая трижды проиграв собственную подачу, за 2 часа победила француженку Кристин Младенович 6-4, 6-4. Бачински, которой присвоили лишь 30-й номер, вышла в полуфинал Ролан-Гаррос 2-й раз подряд. Полуфиналы у женщин пройдут 8 июня. В парах у мужчин 7 июня прошла встреча, в которой Зимович на пару с Вердаско обыграл Сильву и Лорензи в четвертьфинале. Веснина и Макарова завершили свои выступления в парном разряде на турнире. В полуфинале Градецкая и Синякова встретятся с австралийками Кейси Делаквой и Эшли Барти, которые обыграли Бегу и Дженг. Также отметим победы Матик Сенс и Сафаровой над Флипкинс и Шиавоне, и Чан Хингитс одолели Алару и Савчук. Смотрите результаты Ролан-Гаррос с предыдущих игровых дней. Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.